корпуса переходим на силовую часть. Сейчас, секунду. Вам осталось 2,20. Ну, округляю. Было до 2,28, округляю 2,20. Полотенчика не на полотенцах. На полотенцах. Да? Да. Ура! Где полотенце твое? Я сделал. Матвей, который я тебе давал для тренировок. А я сделал. Бегите на полотенцах подтягивания сейчас, парни. Иван, не балуй. Лен. Надо делать, братан. Все, беги. Дим, Артем, понаблюдайте, как они сейчас. Подтягивай на полотенцах. Лесенка, 10, 9, 8, 7. О, вчера. Как вы думаете, кто вчера из ребят решился ваш рекорд 198 отжиманий побить? Нет, ты ошибаешься. Кто-то решился, но не смог, не успел. Семен, да, Суханов, 100 раз отжался. 10 по 10. Я ему сказал, но он говорит, что-то как-то тяжело считать. Вот, он сначала посчитал общее количество раз, но я ему, знаете, что сказал? Я сказал, что с 5 до 15 и вернулись до 10. Он посчитал количество, сначала неправильно посчитал, а потом мы с ним посчитали правильно, 198 отжиманий, получается, вы сделали. И он, в общем, в конце тренировки, он узнал, когда это было, в начале, в конце, он все разузнал, все внимательно подошел к этому, спросил, будет ли тренироваться грудь и спина, я ему объяснял, и он все начал. А Артем Носкова не очень получилось, короче, он сдался быстрее, он на стойках отжимался. А Семен, да, прям это, пахивал 10 по 10. Ну да, он крутить не хочет. Не нравится ему, у него ноги, во-первых, болят, кожа сдирается, ему не нравится, он в этом плане переживает. Ну, захочет, сделает все. А ну, парни, ну-ка поехали, 10 подтягиваний на полотенце. Иван, повиснуть надо и подтягиваться. Парни, еще 1,5 минуты. Просто Семен хочет на соревнованиях участвовать, но стесняется. Который Суханов. Я понял. А который Голубев не стесняется. Но не всегда успевает, да, Семыч? Ну в этот раз 10 числа надо сделать. Августа. Да. Вы в ВКонтакте посмотрите объявление на федерации. Макс, ноги выше, братан, ноги выше. Потом берете по полотенцу по одному и идете на подтягивание. А где полотенце? Через 1 минуту берете 2 полотенца, одно себе, одно другу. Идете на подтягивание. Давайте, ускорьте эту минутку, ускорьтесь прям побыстрее. Хорошо пропотеете. Хорошо разогреетесь. Мы уже полчаса пропотелись назад. Не, ну это назад же пропотели. Мы на батутах и потом. Верю. Ну, Макс, ну ты же знаешь, что мне надо, чтобы я увидел, да, что вы размяты. У нас что... видео есть. Я должен... Видео можно сделать, понимаешь, и за полчаса опять, ну, там, нервы успокоить. А мне надо, чтобы у вас нервы были возбуждены для тренировок. Давай, 30 секунд максимального старта, максимального. Нет, стенку упрись. Максим, с которой Думбрава, ты бегаешь хорошо? Ну, правда. Вот, давай, беги, покажи. Прям быстрее, не-не-не, быстрее. 30 секунд, поехали, 2 макса. Представь, что вы спринт, вы прям взяли и все, бам, на пятерку вам надо экзамен там или что сдать. Давай. Представьте, к любимому родному человеку бежите, к брату, к другу, товарищу. Ближнему родственнику, дальнему бежите. Бежите с радостью. Давай. Давай, быстрее. Осталось 15 секунд. Че, Матвей? Хочу сказать. Хочешь сказать, скажи. Я побил, мне получается, подтягивали. Все, 15 секунд. Да, свой личный. Пробежали, бери 2 полотенца. После вчера. Давай сегодня еще побьем. Давай, все. Парни, Не уменьшу, 2 макса. Полотенечко закидывайте на турничок. Вот на это давайте. Или там, ну, выбирайте себе какой турничок, перекладину. И начинаем подтягиваться. Макс, ну не. Ну это, братан, ну хорош. Тебе надо я повыше, сделал. Да. Сделали 10? Да. Теперь делаем 9. Не, я сделал. А, ты до 1 довел? Теперь вис на полотенце 1 минута. Закинули, повыше взялись. Нет, не наматывать, Максим, нет. Давай, Матвей, до 1. Повыше взялись и поехали. 10. Стоп. Максим, ты взял полотенце тонкое, оно разорвется. Поменяйся с кем-нибудь.
Дайте ему толстое, поменяйся, вот поменяйся. Или иди другое возьми. Да. Потому что ты, вот у Матвея возьми, да. Все, поехали, 10 подтягиваний. Семен сделал. Вот, иди, иди, дай вот Максиму в белой футболке, дай свое полотенце, поменяйся с ним. Я сделал. Сделал. Ребята, кто сделал, вис одна минута. Иван. А не порвется? Полотенце? Да. Нет, другого, поменяй, я же тебе говорю, другому Максиму поменяю. Того ну, хорошее было полотенце. А, поменяли? Сколько? Все. Вис одна минута, кто сделал? 10 минут, да. 10 раз надо сделать, потом 9, потом 8. Вис одна минута, поехали. Иван, тебе надо подтягиваться, братан. Иван, надо подтягиваться, Ваня, терпи. Вот-вот, видишь, получается, что ты... Да. Надо сначала сделать 10 раз, потом 9 раз, потом 8 раз, довести до 1. А ты посчитай заново. Ты на... Ну, посчитай с 8, давай, считай, с 8. Цифру 8, подтягивайся, 8. Заново? Молодец. Матвей, хорошо же, когда умеем договариваться, правильно? Может, ты повыше возьмешь, нет? Можно брусья? Да. Тихо-тихо-тихо. Леон, минуту провисел? Провисел минуту? Красавчик, бери 2 кубика. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кто провисел минуту, бегом 2 кубика берете. Да. Быстрее, кто сделал? Я сделал 19. 19 раз, молодец, бери 2 кубика быстрее. Почему? Сразу прям. А чтобы отжаться? Чтобы сила была? Нет, ну просто один раз сделал и все. А тебе надо было? А я думал, ты 19 общий раз говоришь. Ты за раз 19 сделал? Да. А, тогда тебе надо сейчас сделать, ну хотя бы 1 минуту провисел? Нет. 1 минута, это надо досчитать до 60. Сможешь? Если что, ребята подскажут, беги на полотенечко. Что вы будете считать? Я не могу достать. А мне надо заполнить, я не смогу. Тебе не достал вверх, а до 60, попроси у ребят. Вот, а... Знаешь кого? Попроси Ивана Соломатова, он тебе поможет до 60 досчитать. Попроси. Все, парни, до 60. Нагрел, молодец. Макс, давайте слет. Ребят, кто минуту провисел, бегом на отжимание. Ваня, Вань, помоги Матвею посчитать до 60, провисеть. Блин, у меня так пальцы болят. Надо сделать 20 отжиманий. А можно тряпку? Да. Парни, бегом кубики взяли, 20 отжиманий. Лёва, 20 отжиманий. Макс, постарайся не ба-ба-бам бултыхаться, а прямая. Да, прямым, на пальцах. Лён, старайся тоже прямо тело. Молодцы, делаем. Сейчас я всех запишу и продолжим дальше. Вначале было. Потом окончим. Силовая? Как вы отожметесь? Да. Ну, надо, чтобы это все сделали. Матвей, провисел? Нет, и силовая. Ну, братан, ничего страшного, бери 2 кубика. Иван, бегом, 2 кубика берите. Иван, бегом. Вань, забери полотенечко, он там еще одно висит. За компанию, зацепи. Берите 2 кубика. А я сделал 26. Матвей, тебе надо... А, парни, можно? Парни. А? На кубиках и на кулаках? На кулаках. Тебе только надо встать, где зеленый можно пол, вот здесь. Кулак. Давай. Где а зеленый я пол. Сделал 26. Я 26. Не-не-не, вы еще не сделали, что обманываешь? Вы сделали от 10 до 1, вернулись и провисели минуту? Ну, брат Макс, хорош. Я кубики сделали? А я сделал 26 или 26. Вы, Иван, 20 отжиманий. Да, иди туда на кулаки. Сколько? 20 раз. 20? Теперь, кто сделал на кубиках, поворачивайтесь к покрышке лицом, встаете упор на покрышку и делаете 20 взрывных отжиманий от покрышки. А без кубики оставь без кубиков, да. Можно оставить? Я удобно согласен, да. Не получается. Матвей, отойди в сторону, чтобы тебя ребят не наступили. Знаете, чуть что? В сторону. Я залажу дома на турник. Ты можешь на жесткий пол встать. На кулаки, на жесткий. Давай, рассказывай. И значит, мне не получается. Не-не-не, не так. Макс. Мне не получается подтягиваться, я так нервничаю, что ли? Не нервничай, отжимайся и будет подтягиваться. Макс, не так. Нет, так молодец, но лучше не так. Взрывные, наоборот, да, 20 взрывных отжиманий. 20. Нет, мне тут было легче. Легче все делай. Только не ударь никого. Элементы можно делать? Да. Когда можно попить? Попить? Потерпите, силовую часть доделайте.
Сколько раз? 20 взрывных отжиманий надо сделать. Что, Максим, сделай? Давай быстрее в темпе, не задерживайтесь. Ну, ускорьтесь, меньше. Вы между подходами, надо просто меньше отдыхать. 5 секунд отдыхайте и все. Сделал, молодец. Сделал, молодец. Сейчас, последний ход. Сейчас. Можно мне 15 оставить? Давай, хорошо. 15. Смотрите, и теперь потому последний ход. У меня кулаки не могут удержать. Спокойно. Теперь вы встаете, как Максим делал. Вы встаете теперь ногами на покрышку. Тело, ребят, посмотрите. Тело вы, парни. Можно мне воды? Вот так выравниваете. Потерпи, сейчас последние действия. Надо 5 раз жалко. Отжаться. 5 раз отжаться. Руки, ноги. Тело вот так. Поехали. 5 раз. А я 40 раз делаю. Я 40 раз. 40 раз? Молодец. Теперь 5 раз так отжаться надо. Вот так. Все, сейчас поправлю. Погоди, братан. Ой, ручками ближе к покрышке. Таз выше. Руки подойди ближе к покрышке. Да, что-то. Подними. Бегом. Кубики взяли. 20 отжиманий на кубик. Макс, крышкой подойди. Секунду. Иван, не залипай. На кубик. Что там? Без кубика. А что, футбол успеть хочешь? Нет. А что, отдохнуть хочешь? Ну садись рядом. А вот так вот, типа, попить. Для этого? Стоп! Попить, умыться в туалет быстрее все. Все, попить, умыться в туалет, потом продолжаем. Если вы не хотите, то 20 отжиманий от кубиков. Просто у Вовника всего тела. Иван, бегом. Нет, там у меня. А? Не-не-не, просто на кубиках. Без покрышки пока. Брата, давай, потом, дай чуть потом. Лады? Нет, Макс, ну правильное отжимание. А ты, Максим, рядовый, зачем ты прям жмешься к нему? Вставай. Макс, тело прямое. Ребят, сходите, умойтесь водичкой. Матвей, Лев, до Макс, пола. Семен, Иван, идите, умойтесь. Идите, умойтесь водой. А надо... Что такое святая сейчас? Вода? Святая вода? Ну, святая вода, светлая, наверное, светится. Попейте и умойтесь, нет, советую. Нет, святая вода, это святой водой баловаться нельзя, нет? Да вообще водой баловаться не надо. Нет, святой тем более. И водой простой, и святой баловаться не надо. Зачем баловаться? Вообще баловаться нежелательно. Ни водой, ни едой. Но если иногда хочется побаловаться. Не надо. Лучше тогда поотжиматься, если хочется побаловаться. Да? Поотжиматься веселее. Ребятишки, идите, мне умойтесь. Даже нравится на идите, кулаках. Умойтесь. Это, конечно, трудно, но мне очень нравится. Семен, идите, умойтесь, парни. Давай, болеть. Идите. Ребят, малыши. Зачем на кубике встаешь? Идите, умойтесь, Иван, иди умойся. А потом... Ну, хочу, я стою, как крутой. Нет, братан. Что, как крутой, я отжимаюсь, ты берешь на кубике встаешь. А ты на его кубике встал, что ли? На мои кубики. Серьезно, братан, иди умывайся. Я сейчас сделал. Сделал? Семен, иди умывайся. Иван, идите, умывайтесь. Я вообще не хочу вопросов, потому что я вообще на коках. Макс, дети. Максим, это дети. Вань, иди умывайся. Матвей, иди умывайся. Идите умойтесь. Что дальше? Лев, идите, 20 раз отжались. Молодцы, теперь 20 взрывных отжиманий от покрышки. Это как? Сейчас тебе Макс покажет. Кубики сложить? Не, в сторону уберите просто. Какой сильный плохой. Можно попить? Идите, да, попить, умыться в туалет. Семен, Макс, это Макс? Макс, иди умойся. У нас сегодня 3 Макса просто. Иди умойся, полегче будет. Попей водичкой. Ну тогда это готовь сейчас, стелим маты, матрас и все трюки будем делать. Да, и пока, если женщин, девушек нет, то если мы все обсудили, договорились, то, конечно, снимайте. В тубзик пойдете? Нет? Сейчас надо 20 взрывных отжиманий от покрышки. Максим, смотри на Максима. 20? Максим, Голубев, с того зала 4 мата принесешь синих? Я? Голубев. У нас сегодня 3 Максима. Бывает три Максима, 3 Семена, 2 Леона, 4 Никодима, несколько Дим, Артем, Демьянов. Еще три раза, терпеть надо. А ты их принесешь, постелишь здесь, чтобы мы прыгали для прыжков? Да, для прыжков. Сделал? Молодец. Теперь встаешь ногой на покрышку, рукой вниз и отжимание в стойке на руках. 10 раз. Встаешь, задницу кверху, руками ближе к покрышке подходишь. Нет, ноги тоже. Не. Макс, посмотри на меня, ты должен вот так встать. Руками, конечно. Давай. И отжимание макушки касаться пола. 10 раз. Семен, помоги брату маты принести. Давай. Да, можно. Делаем. Делай, вставай. Таз поднимай, таз выше, руками ближе, подходи, да. Таз выше, поднимай, еще выше. Ноги не уходи назад. Да. Нет. Да вот так.
Вот так. Ну, ты можешь мне показать? Спокойно. Вода встал. Соленый пить не надо. Нет, нет, тоже нет, тоже нет. Братан, ну понимаешь, не помнишь, смотри внимательно. Нога не туда уходит. Встал, Б, встал. Уголок есть? Угол есть? 90 градусов расходов есть? И начинаешь отжиматься 10 раз. Поехали. Поехали, поехали. Это отжимание в стойке на руках. Мы готовим потом одну ногу поднять ногу, а потом вообще будете отжиматься в стойке на руках, ходить на руках. Сальто на руки будешь потом делать. А я задние только. Ну и передние сможешь. А я уже передние немножко, только ну падаю. Все, пока с Матвеем отдыхайте. Сейчас, пока с Матвеем отдыхайте. А я уже умею на руках только вперед ходить, но все равно... Будь здоров, расти большой. Но все равно это я кашляю. Можно я вас попрошу, я с Матвеем и с Леоном выздоравливать? Да, я руки болею. Ближе к покрышке только. Лев, Матвей, возьмите тигра, несите к стеночке и давайте, кто из вас аккуратно, по минуте постоять, несите. Он один взял, только не ударь никого. Макс, ну ты что изображаешь? Ты видел, что ты делаешь, Макс? Что ты сделал сейчас? Пирк-пирк-пирк. Я как показал? Иван, все, хорош. Братан, отожмись, покажи, как надо отжиматься. Давай, Ваня, иди сюда. Неправильно. Еще один раз давай. Ну, Иван, иди сюда. Иван, иди сюда. А, хорошо, я думаю, что плохо. Да, молодец. Вам надо сейчас с Леоном. А, иди сюда. Нет, кубики в сторону, убери. Так, все-таки не надо. Так, руки поближе подойди, ноги прямо. Иван, иди сюда. Ноги сюда, руки туда. Понимаю, смотри внимательно. Парень, смотрите, пожалуйста, еще раз. Руки. Корпус. Смотрите внимательно еще раз. Ногами. Упор. Макс, не торопись, не торопись, не торопись. Встали. Еще ближе. Еще нет, нет. Макс, еще ближе. Макс. Вот Макс, туда руки. Макс. Еще ты надо ты ближе покрыть. Макс, братан. Ну да, он так же делал, но со стороны кажется, да? Что правильно, а внутри, когда. Иван, вот вы встали. И поехали. Отжиматься 10 раз. Макушки головы, поехали. 10 раз. По-любому надо сделать, парень. 100% надо сделать. Он уже до 100 досчитал. Вот, меняйся, Леон, меняйся с Матвеем теперь. Максима. А? Все ровно, или нет? Все, начинаем. Трюкач. А, секунду, Максим, Семен. Поролон, пожалуйста, парни. Вот здесь постелите поролон, пожалуйста. И только магнезий убирайте. О, ты что такое? Нормально, нормально. Все. Магнезий убирай туда штангу. Помоги мне подвинуть. Простоял, молодец. Иван, встал хорошо. Надо. Ну, допустим, ладно, Вань, да, допустим, не молодец. Надо. Максим, надо макушкой прям. Ну, сам видишь, Макс, да? Что другой Максим, макушка надо коснуться прям головой. Давай, Иван. Давай, делай тоже. Мне еще три осталось. Терпите, терпите. Терпите, сейчас перекус будет. Спокойно, терпите. Терпите. Проволоку кусать будешь. У нас цепь есть, надо рвать будет проволоку кусать. Зубы целые? Застрахованы зубы? Ну, блин, а куда деваться? Сейчас кусать. Потому что один из трюков это на зубах. Ребята повисают на веревке, на канате, на полотенце, на трюки с зубами. И делают крест. Калисто. Выход ангела на зубах. Смотри, там видишь, у нас сорвано, у нас, видишь, сварка приварена, это они оторвали зубами. Ну вот наверх посмотри на оранжевую стойку, видишь? Ну да, вот оторванная. Вот, Артем, покажи пальцем, где сварили, где варили. Пальцем просто покажи. Вот такие отрывали. Когда варили, я не присутствовал при этом, но я видел, как отрывалась она. Зубами, руками, пальцами. Здесь парни, ты что, такие вещи творят? Ну, когда у них только воодушевление есть. А когда они кислые, скучные, ни у кого воодушевления нету, то все не особо. Иван Ильич, болгарки здесь работали, да? И болгарки здесь, и сверлили, и пилили, когда ремонты в зале делали. А пахло металлом, да? Металлом? Ну, повалили. Сделали? Все, парни, теперь смотрите. Два Максима. Максим. Ты, Макс, договариваешься с ребятами, с Артемом, с Диманом по поводу высокого турника. А он, но, смотри, какой прикол. Тебе надо сделать так, чтобы он на маленьком турнике, элементы умеешь какие-то делать? Нет? А, ну тогда просто покажи ему простые, вот сейчас Диман висит, покажи ему простые действия, пусть он попробует что-нибудь. Подъем переворотиком, там, выход на три, выход на одну. Там, может, я его учил, ничего не... А, ну все, пусть попробуй, тренируется, маты есть. Топорик! Да. Топорик у меня. А мы будем такое упражнение делать? Я смерть почти что делаю.
одну минуту бежать вот так. Да. Одну минуту. Ты видишь, что Матвей, посмотри, он без рук. Ты понял, даже руками не прикасается. Все, тогда два Макса готовьтесь, остальные все уже делают там. Все, ребятня, поролошки застелили. Ван, помоги ребятам стелить поролоны, все, понеслась. Что говоришь? Специально мне прям подставляют. Ну. Погоди, ну он младше тебя. Он младше тебя. Ты что, простить его не можешь? Лев. Я его попросил, не надо. Лев, а попробуешь? О, Матвей, Леон, а давайте возьмите кубики и попробуйте построить две высокие башни из кубиков. У кого высокая башня? Только вам надо кубики разделить на две части. Одна часть будет... Одно сальто, смотри, Максим, одно сальто 10 подтягиваний, 20, либо, 10 под, либо 5 подтягиваний, либо 10 отжиманий, либо 20 выпрыгов. Вот выбирай, что ты будешь делать для сальто. Для всех касается. Либо 10 отжиманий, либо 5 подтягиваний, либо 20 выпрыгов. Одно сальто. Ну как ты присаживаешься и выпрыгиваешь вверх? Вот сядь вниз и прыгни вверх. Вот так 20 раз ты делаешь. Это одно сальто. Знаешь для чего? Чтобы укрепить... Иван, братан, аккуратно. Все, малыши, сейчас услышу, если кто-то взрослый на вас ругаться начинает, будем все отжиматься. Да. Все, что ты сделаешь, потом согласовываешь с другими ребятами, чтобы не убиться. Понял? Техника безопасности. Договорились? Да, Матвей, смотрю. Смотрю. Смотрю, молодец. Мама заплатила 2000 за занятия. Сейчас? Нет, вчера вечером. Сергей Сергеевич перевела? Ну да. А, ну все, решим вопрос. Позвоним, решим. А как вы решаете? Можно пирамиду сделать? Пирамиду? Да. Конечно, бери кубики, строй. Набирай, вот слева кубиков набирай. Стойки и кубики. Иван, твоя мама мне скажет, и все это, я запишу, не переживай, братан. Они с Сергеем Сергеевичем эти все финансовые вопросы решают. Вань, покажи нам подъем переворотом и выход на три. Походи, рукоход, походи, конечно. А вы их разделите, вы посчитайте, сколько общее количество кубиков и разделите на две. Ха-ха-ха! А, Максимка, иди сюда, сейчас скажу. Иди, что расскажу. Тебя, а? Иди. Надевайся. Макс, иди сюда. Но он сказал сесть. Да? Максим, иди сюда, братишка, иди сюда. Я говорил, что на диван сесть можно. Нет, ты сказал сесть, а я сел. Я говорил сесть. Пойди, тихо. Все, тихо. Сесть, я говорил, но не на диван. Ты на а я не понял, куда ходить. Спокойно, спокойно, сейчас объясним. Сразу меня первое, обидел. Макс, погоди, братан. Может, лишний раз на зубцах посидите. Вы посидите на лавочке, на улице. Здесь же надо все-таки эти два часа с тренировкой провести. Сейчас по-взрослому скажу. Зачем это просиживать? Пятую точку. Погоди, ты же ему сказал сесть. Ты же ему только что обратился. Я сказал, типа, тихо. Если сидеть, будешь 50 отжиманий. Нельзя на диване сидеть, 50 отжиманий сказал. А зачем ты ему сказал куда-то сесть вообще? Я ничего не говорил. Стоп! Я ему не говорил сесть. А, ты же Артему сейчас сказал, Артем. Я же ему говорил сесть, но не на диван. Ты же ему говорил сесть, но не на диван. Я вообще не говорил сесть ему. А, он тебе вообще не говорил сесть? Я говорил сесть. Погоди. Да блин, а я не говорил ему сесть. Если ты сказал сядь. Ты сказал сядь ему. Да я не говорил. Так слышал. Ты сейчас обращался к Артему и сказал, я говорил сесть, он говорит, да, но не про диван, а вообще. Хорош, Макс, хорош, братан. Смысл такой, сейчас еще раз, парни, чтобы тупников не было. Максим, успокойся. Просто так никто не сидит, не надо, нигде, ни на стульях. Можно сидеть, знаешь, как можно отдохнуть? В шпагате. Ты можешь отдохнуть. Максим, есть такая тема, в шпагате отдохнуть можно? Да. Макс, в уголке можно отдыхать? Можно. Отжиманиях можно отдыхать? Можно. В висе на одной руке, конечно, вы можете отдыхать. Первый момент. Второй момент. Диван, если ты причисляешь себя к одной из трех категорий, сейчас скажу, какие категории, то ты сразу тогда поймешь. На диване можно сидеть лицам с ограниченными возможностями, родителям, и женский, ну и девушкам, женщинам, девочкам, женский род. Я уверен, что ты пока не родитель. Я надеюсь, что ты не мечтаешь стать женщиной. Я больше, чем уверен. Я надеюсь, что ты не лицо с ограниченной возможностью. То есть диван – это как бы для отдельной категории людей. Мне не жалко. Ну просто нафиг это надо. То есть, прикинь, приходят мамы, там, а вот место занято. Все, ну, надо уважительно, и там дедушка какой-нибудь придет, правильно?
Поэтому все, не обижайся. На Макса не злись. Максим, лишний раз не просиживайте. Вот, например, Дима с Артемом, они могут себе позволить иногда, знаешь, потупить. Но они, братан, они отжимаются сотни раз, там, и подтягиваются сотни раз. Сергей Геннадьевич, уберите колбасу. Сейчас, Макс, поможешь? Все, парни, а так занимайтесь, делайте. Пошли на лучше, чем утром. Только, пожалуйста, не ругайте. Максим, будь его тренером. Помнишь, у нас проект наставник такой есть? Ты приводишь кого-нибудь человека, и он хочет заниматься. Я этот жуток. Ну, например, Максим тебя приведет, он как бы тебя запишет в наш клуб, если захочешь. И он будет тебя тренировать, пока я не могу с твоими родителями согласовать. И он тебя начинает тренировать под четким моим контролем. И вот каждый раз, когда ты приходишь, и он тебя тренирует, опять, если его кандидатуру согласовали мое начальство, то он ходит безоплатно, и как бы ты по кайфу с братаном там под его наставничеством. Нормально же тебе? Все, дай пятюню. Макс, хорош. Нет, стоит хорошо, но хорошего, ладно? Все, нормально, все, не переживайте. Все, занимайтесь спокойно, только согласуйте с друг другом все нюансы. Все, ребятишки, поехали, делаем. Вы пирамиды Хеопса строите? Я да. А сколько у вас количество получится общих кубиков? Они их никто не считал. Просто они, знаешь, какая тема? Как будто бы разделить. Ну нормалек, Лев, смотри, что Матвей пирамиду строит. Пирамиды? Я знаю, да, Хеопс. Тебе гантели дать, Макс? Гантели, штанги, гантели, гири. Балалайку. Балалайку сейчас достану, погоди. Может, давайте, когда перерыв сделаем? Когда перерыв сделаем, воды. Смотрите, Сергей Геннадьевич. Молодец. Еще надо сверху вот так кубик поставить, один, верхушечку. Один. Маленький? Вот, возьми вот этот кубик белый. И просто, не-не-не, вот рядом с тобой лежит который. А, назад. Не-не, по-другому, да. О! А что, Леон, тебе, может быть, Матвей поможет построить вторую такую красивую пирамиду? Лех, или ты думаешь, что так тоже нормалек? Попробуйте, а попробуйте из кубиков одну громадную высоченную пирамиду построить. Так. Да. Ну, я прям супер такую не получится, но, возможно, с вашего роста вы сможете сделать. Нет, она упадет. А вы построите красиво. Вот так упадет, да. Если вы будете вот так делать, она упадет. А если вы построите, например, вам надо основу широкую. Знаете, почему вот это заваливается? Потому что, смотрите, какая штука. Видите щели? Вот если бы щели были перекрыты вот так... Вот это было бы лучше. А у него получается, может, она. Вот видите, вот здесь уже хорошо. Вот надо нижний ряд вот так, верхний ряд вот так, потом опять вот так, потом вот так. Да. Попробуйте сделать. Вы можете печку построить из кубиков. Хотите, я вам печку построю? Но она, правда, она не будет гореть и греть, но она будет как печка выглядеть. Нет, я сам могу. Сам? Тихо. Нет, давайте ступенку. Макс, если что, так. Да, если что, возьмите пару. Да нет, я просто нормально, Макс? Я не видел. А я? Я жду. Максим, ой, я жрал руки, вчера надо быть его. Сейчас. Я просто. Знаешь, как же, погоди, успокойся. Я понимаю, что как бы это напряг. Смотри, ты можешь ему сейчас, вот допустим, сейчас я все запишу, я не поставлю, что хочу, он сейчас такое действие. Сейчас прям. Можно без скрепки, все сделать. Ты ему подводящий показал, подъем на плечо. Я тебе чего покажу? Все, тихо, спокойно. Знаешь, как бывает такое, мыслями подумал, хотел рассказать, мыслями как бы рассказал, а физически и рассказал. Бывает другая тема. Кто-то кому-то рассказывает, а слушатель, он не очень воспринимает. То есть, может быть, ты прав, вы не гоните, смысл так вообще не гоните. Ты сейчас не занимайся, я сейчас займусь с тобой отдельно. Пойдем сюда, Максим, все, успокойся. Мага дома сидит. Зачем он тебе мага нужна? Не гони сюда. Ребят, Максим, может на вот этот турник пока воспользоваться? Да, я вижу, вот это. Какой проходить? Я сделала? Да, можно. Ты знаешь, как мы настраиваем? Как я придумал? Я не понимаю. Лёх, постройте вдвоём. Мне не осталось печка. Печка не осталась, стройте вдвоём. Повисай. Повисай на руках, не говори, что Максим. И потом ты по ним пойдёшь. Я прошла. Задача твоя, смотри. Ноги с коленочек поднимай.
Ходить будет дырочка для дыма, дымоход. А у нас вот. Да у нас вот уже труба. Нет, труба, а дымоход. Где дым-то выходить будет? Смотри, погоди. Так у вас нет дырки? Она внешне похожа на печку. Нет, не прострелить, а из кубиков сделать так, чтобы у вас была дырка. Вот, сейчас вам Макс покажет. Смотрите, погоди. Сейчас вам Макс покажет. Он в этом плане соображает. Покажи, Максим, сейчас тебе, сейчас. Лёх, сейчас Максим покажет. Да. Молодец. Молодец. Терпите, не падайте. Надо потерпеть. Я хочу поймать. Макс, тоже терпи. Тоже терпи. За руки не гони. Надо терпеть. Через неделю, если ты выдержишь, через неделю, может быть, что-то получится. С первого раза можно сделать, пойдем тебе. Анфора? Может, тоже вроде даже укрепляет. Надо укрепить живот, спину. Надо терпеть, Максим. Минут, вот бить. Давай, сколько ты протерпишь. Сколько ты можешь. Во, Макс, молодец, ты сказал. Я потерялся. А зачем ты только ты им для. Ага, вот. Я для время давай. Делайте все по очереди, делайте, занимайтесь. Я еще испугался, когда я рядом с тобой. Молодец, молодец. Дымоход не закрывай, Лёва. Дымоход не закрывай. Дырку надо оставить, чтобы дым шел. Средний кубик выними средний кубик. Я поддерживаюсь. Молодец. Тебе надо вот этот кубик вынуть. Сергей Геннадьевич. Минутку надо подержать. Да. Вот так надо смотреть. Раз. Минутку продержишься? Да. Вот надо еще такие длинные кубики вот так поставить. Вот видишь дырку, там будет дым отсюда выходить. Вот так. Вот. Можно вы досчитаете, сколько мне после вчера досчитал? Давай, досчитаю. Повисай, сейчас посчитаю. Парни, попить умыться в туалет. Как папа не пил?
Сейчас, будем, сейчас кушать, сейчас будем кушать. Хочу лучше. Сейчас запишу. Мне осталось еще чуть-чуть записать. Все. А я вообще... Сейчас будем жарить, в печке жарить будем. А я... Да? Да, жарить в печке будем сейчас.